Ребят, всем привет! Вы на канале Margulis Channel. Сегодня мы продолжаем проходить игру A Plague Tale: Innocence. Собственно, в прошлой серии нас научили поджигать удаленные предметы, и мы спалили самогонщика, скормили свинью крысам, и дальше продвигаемся по сюжетке. Погнали! Эй, что там еще? Кто идет? Так, давай второго. Живо второго, он не должен нас увидеть. Амиция, его фонарь. Я поняла. Может быть, он должен повернуться как-то? Нет, он стоит. Если я встану и начну замахиваться, он же меня увидит. Вот он видит меня. Как быть? Давай. Пошел в жопу. Кушать подано. Погнали. Господи, какой ужас. Ну да, смололи они его по-быстрому вообще. Так, давай обратно на свет. Крыс слишком много, мы застряли. Малой, ты не бзди. Давай-ка камнями. Вот сюда. Ирак. Так, а тут как потушить? Нет, не так. А что делать тогда? Может, прям по нему стрелять? Слишком много, мы застряли. Давай, наверное, сразу ему в башку захерачим. Она же может стрелять сразу, да? Насмерть. Все, готов. И теперь вот здесь вот поджигаем, чтобы пройти просто сами. Вот так. Пошли в жопу, крыс. Оп, давай, давай. Берем, что есть. Я думаю, они за нами же не гонятся. Спокойно взять что-нибудь, поджечь. Качать нечего. Чего-то не хватает. Угу. Можно вот отсюда что-то подпалить. Там что-то на бочке валяется. Давай, берем, поджигаем. Блин, детей бы там, конечно, оставить было бы неплохо. Очень медленно идет, кстати, с факелом. Горшок, тут у нас что? Блин, только зря шел. Бросай. Я, видимо, поторопился. Надо было наверх залезть. Ой, задолбало тут кашет. Ну, было толкнуть. Давай, пускай они нас сожрут. Принесем себя в жертву. Ради великой цели. Так, это все потом, пойдем наверх. Вон тут сколько херни всякой пропущено. Горшок тебе, пожалуйста. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что можно качнуть. Где малой? А, дайте пройти. Все равно ничего качать не получится. Это уже утрачено. Это уже утрачено до вас. Тихо. Может быть, мне просто не хватало инструмент.
Да, он скарб можно качнуть. И можно как раз вот тихое передвижение в паятеле. А как удобненько. Все нормально. Для улучшения снаряжения амиции больше не нужны инструменты. Амиция сама изготавливает надежные инструменты и всегда носит их с собой. Теперь их больше не нужно искать. А, вот оно что. Вот оно что, Михалыч. Давай. Пожигаем. Давай, Лука, ты с нами? Хотя я его не вижу. Надеюсь, его там не заглючило. Блять, его там заглючило. Ты серьезно? Ты что там остался, дебил? Ну, пусть там торчит, короче. Мы втроем ее должны были толкать. Вот урод, а. Я не могу, прости. Ну и стой там, как ваш пекло. А хуй там, мы втроем должны толкать. Ага. А я, кстати, первый раз вообще эти палки не увидел. Ну давай, пошли за этим козлом. Опа, баран, иди сюда. Все? Неужели? Он там что, запнулся что ли обо что-то, я не знаю. Ну да, кидай, крыс. Блять, теперь двое детей на мне висит. Уедь. Лешка, попробуем его воспользоваться. Тут нужно толкнуть. Давай помогу. Там охранник. А на каком участке надо? Жрите. А мы дальше толкаем телегу. Они, кстати, тут надолго им занялись. Хотя, нет, не очень-то. Хотя, не, в принципе, я, наверное, проеду, и они просто продолжат его жрать. Все. Колеса застряли вблизи. Придется ее бросить. Идем. Что ты творишь? Держи его. Жуть-то какая. А ну все-таки, а что? Все одно, их всех крысы сожрут. Ну, может, ты и прав. Так, Лука, давай-ка не застревай. Можно пройти по акведукам, а миссия, но там повсюду крысы. Мы что-нибудь придумаем. Вот факел. Может, у другого и дернешь? Вот факел надо взять, да, короче? Попадите его пропадом в гребаные грызуны. Давай посмотрим, что в округе можно собрать. Потом уже будем ломиться туда. Погоди, а мне... Там чувак стоит. Мне в какую сторону-то? Со факелом или нет? Мазафакелом. Тут их трое. Собрать больше, чем один. Ну-ка попробуем швырануть. Нет? Он вообще, сука, сюда идет. У него еще и шлем, да, походу? Да. А шлему можно только его отвлечь. Давай, дергаем факел и валим. Ох, надеюсь, они не заметят. Ради столько трудов делали, что с ним собрался. Да я и сразу. А, мне надо перелезть, да, походу, туда. Вот туда прям. Но мы еще попробуем собрать что-то вот возле того солдата. Что-то такое. Ткань, веревка.
А, тут вообще не пройти. Ну, скорее всего. Подожди, зажигаем. Вставляем. Я же видел проход. Не, видимо, мы стороной это все дело как-то обойдем. И нам туда вот вообще. Окей, окей. Давай, залезаем. Теперь можно тут спуститься, да, походу? Нет, вот тут. Ну, крысики уже тут, как тут. Лупов-то сколько, а? О, из их животов палки торчат. Не смотри. Юга, просто не думай о том, что ты тут видишь. Так, забудь. Это как будто все происходит не с тобой. Эй, ребята, помогите мне, застрял. Нужно быстро внутрь. И закрылось все. Зашибись. Давай, бери пакет. Миссия, смотри, как крыса к ним сбегается. Миссия, не может быть. Нам надо идти дальше. Ёва, наверное. Посыпалось все. Эй, что вы творите, хватит? Мы крыс к нему, да, короче говоря, гоним. Прости, нам нужно выбраться. Амиция, не бросайте меня, умоляю, нет. Юга, отвернись. Сюда, дяденька. Сюда, идем. Все, скормили. Они ему ноги, походу, сожрали. А в текстуры, конечно, провалился. Прямо кишков-то не видно. О, все, наевшись. Они когда поели, видимо, медленно передвигаются. Им тяжело. О нет, факел. Мы без него справимся. Да, по болоту она еле вообще ходит. Так, солдафон. Солдафон, а где, где Лука? Че, Питер там опять застрял? Ты идешь, не? Идиот, ты чё вылупился-то? Вот вредный чел. Ладно, он может подойдет сам. Там солдат, он преграждает путь. Другой дороги я не вижу, черт. Выбора у нас нет, попробуем застать его врасплох. Каким образом? Так, пацан, оставайся здесь. Прилипало, сейчас вообще не в тему будет. Так. Ага. Вот это дело можно... Что-то куда-то можно зашвырнуть. Да, и он тут же меня спалил, нахуй. Ну да, пусть убивает. Неверно что-то сделано. Порядок неверный. Там солдат, он преграждает путь. Вот, и Лука раздуплился. Другой дороги я не вижу, черт. Подожди-ка, вот давай выберем камень. Рассмотреть, что можно рассмотреть. Что такое? Смешай все. Ага. Что это такое? Сонным. Бесшумно устраняет противника. Отлично, теперь брось ему в лицо. Ты серьезно, Лука? Ох, надеюсь. Че у него за башкой? У него как-то голова неестественно задрана. Заставляет противника крепко уснуть. Осторожно, подберитесь к врагу со спины и нажмите Y, когда... Ну, букву У, короче, она же Е, когда появится значок. Так, сядем. Малой, сидишь здесь. Хорошо, будь осторожен. Ну, видишь, в прошлый раз, когда я пробовал, только
нему подойти, поэтому он не испалил то, что тут Лука должен быть. А он там, блядь, заглючил, он смотрел, на крыс стоял. Поэтому ничего не вышло. Так. А вы не подскажете, как пройти к библиотеке? Хуяка вырубил. Да, ненадолго. Спасибо, это спасет нам жизнь. Эх. Крыса нахуй. Так, ближайший свет тут. Еще машина. Вроде какая-то другая. Да вроде что. Можете попросить спутников взаимодействовать с разными предметами. Да? Он сейчас будет что-то крутить. Видимо, поднимая машину, он будет больше освещать, наверное. Но это не точно. Так, иди крути. Давай. Лука сейчас все сделает. Там опускает. Сейчас опущу, осторожно. Хуяк. А, ну понятно, куда бежать теперь. Все. Ну как, ты сам-то выбрался? Ред стоит опять. Малой, куда? Я не могу, Амиция. А что надо? Там крыса, он не хочет туда идти. Вон они там. Лука туда, давай еще разок. Ладно. Так, он действует, либо останавливается. Крути. Сейчас она раскачается, и мы малого туда отправим. По идее, это должно сработать. Давай. Чпо. Давно не может. Нужна помощь. Нет. I can't, говорит. Говорит, манда. Вот, сука. Ладно, давай еще раз. Пойдем вниз, наверное, или палку надо взять, или что-то в этом роде. Малой должен отсюда палку принести. Или он с нами должен ползти? Бля, я тут палочек-то не вижу. Поджигающих. Тут? Тут их нет. Как быть тогда? Я ничего-то не могу понять, как это работает. Нужен огонь? Ну это понятно. А, может быть, зашвырнуть куда-то что-то можно? Стрельнуть? А, ну стой. Там, кажется, можно через решетку долбануть чем-то. Ну, в смысле, этим игнифером. Давай. Раз, побежали. Так, вот отсюда можно этим игнифером запулить. Получится, да? Все, теперь малой может идти. Вали. Давай нам палку. И там нужно бежать до ближайшего факела. Давай, Хьюго, вот так. Малой как собачонка за палкой бегает. Теперь этому приказываем крутить. Берем палку. Малого в руку. И побежали обратно. Все, погнали.
Так, теперь тут у нас ближайшая цель, куда нам нужно добраться. Значит, до факела чисто и все. Так, луку берем. На броню, так сказать. Пошли на. Получилось. Юга сделал самое что. Я просто хочу поскорее отсюда выбраться. Я тоже. Ладно, идем. Ебаной. Ну пойдем под ним. Нам просто нужно быть осторожным. Да целые здания рушатся. Тут палок нет. Че, Лукрецкий, ты где? Пошли, ты нам нужен еще. Мы, если что, этого луку можем скормить. Просто. Сами быстренько пробежать. Ага. Качать нечего. Тогда зажигаем вот эту херню и быстренько проскальзываем под бревном. Давай. Чпок, пацаны за мной. Теперь камнем надо перерубить, да? Это дело. И побежали, да? Бежимте, бежимте. Здесь тут ничего. Ладно, получилось. Да, с Божьей помощью. Так, чувачело идет. Тут получается, надо их натравить на него. Давайте. Кушать подано. Погоди, остальные-то на меня. Посмотреть. А, надо было еще куда-то что-то захерачить. Ну давай. Чпок. Куча трупов, нахуй. Надо было на него, что ли, свалить, где трупы? О, блядь, даете. На меня сожрут. Да. Не вариант. Пойдите через поле боя. Она сама отвалилась. А нет, еще не сама. Так сначала надо солдатов. Или надо ждать, пока он ближе подойдет. Но если сейчас я на него уроню, она просто его засыпет трупами и все. Давай, ближе ко мне. Чпок. Второй камень, вот сюда. Баста. Тихо, камни, камни, камни. Берем. Получилось. Смотри-ка. Блять, этот лука драный, а. Ну чё ты такой медленный-то? Лука погиб. Он слишком медленно передвигался. Но его засыпет, и мне не получится пройти. Так, ты, пидор, если, блядь, еще раз на ты медленно пойдешь, ты получишь по жопе своей. Бля, мне до палок даже не добраться. А солдат согрелся. Ай. Як. Як. Давай, бежим.
Все, ты с нами? Давай, 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 вали сюда, к огню, ближе. Неужели? Надеюсь, трупы будут гореть долго. Вот в той части там я видел палки. Там по-любому лут какой-то. Но до палок этих без огня не добраться. Ладно. Вот сюда, да? Давай-ка детей оставим, пацаны. А я тут. Давай хоть сюда отходим. Поджигаем. Пойдем порезка. Что можно взять? Бля, ни хера-то нету. Что за отвлечение внимания? Это взять нечего. Ну пошли в жопу. Так, палку взять и может быть туда пройти как-то. Да нет. А. Не будем особо заморачиваться. Амиция, мне плохо. Ну как же, блин, нудного спутника-то себе не завести. Что случилось? Голова. Макова. Он боится, нам нужно убираться отсюда. Юга, подумай о лягушках. Помнишь, как они прыгали? А ты за ними гонялся. Ну же, давай, идем дальше. Там будет еще лягушки. Да, надо отсюда уходить, Амиция. А, сейчас идем, ведь это место куда-нибудь приведет или что-то такое. Иногда субтитры очень быстро исчезают, и я не успеваю их прочитать. Либо проговорить даже. И они прям идут так, чуть-чуть-чуть-чуть, очень быстро. Наверное, блин, надо учиться быстро-быстро читать, бегло. А тут крыс нету хотя бы. Надо луку, короче говоря, тоже на шлейку с собой таскать. Сколько же их там, выбора у нас нет. Не сдавайтесь, парни, я знаю, что вы устали. Кто палит? Как бывает. Ну, понятно, он меня увидит. Нихуя их тут. Ха-ха, Лука в зубы получил. Ништяк. Закололи его как свинью. 5 человек нафиг, охуеть. Капа гид. Давай. На картах тогда двигаемся. А мне по трубам? Ну нет, это коридор. Было предположение просто по трупам пройти, как в прошлый раз, но да, они увидят. Только же их там. Выбора у нас нет. Не сдавайтесь, парни, я знаю, что вы устали. Знаю, что нас мало, и я точно знаю, что все мы хотим свалить подальше от этих странных крыс. Но эти наши ребята, они отдали свои жизни за Англию. А если бы на их месте были вы бы наверняка хотели, чтобы вас похоронили достойно. Разве нет? Тогда двинулись, гиени наши. Так, в принципе, они все в одну сторону смотрят. Да, видимо, не просто не вовремя пригнулся. Так, отвлекаем. В сторону идти. Так, тут камни, и мы пройдем просто за этим чуваком. Камушки. Вот так. Чпок. Давай, свали. Лука, ты с нами? Да. Малой за руку держится, он хотя бы не теряется. А вот Луку бы я на шлейку точно посадил. Он то, бля, в грязи застрянет, то еще что. Он пассивом, бля. Амиция, я очень устал.
А кто, блядь, не устал? Смотри, там опять деревья. Думаю, мы почти дошли. Наконец-то. Спускайся осторожно. Я иду. Давай-ка на картах перемещаться. Тут солдаты могут быть просто в каждом углу, блядь. Сколько мух. Ну, неудивительно то, что тут, блядь, крысы еще заразные. Чупка какой-нибудь. Осторожно. Да не молчи ты, говнец. Она моя сестра, ублюдок, а теперь пусти нас. Вы больше никогда не увидите нас, клянусь. Ага, да сейчас, в моих краях мародеров казнят на месте. Что будем делать? Слишком рискованно, сюда. А, может быть, его как-то надо отвлечь, чтобы он их не ебнул. Эй, а что с ними? Вы их так просто пропустите? Крысам у вас кормите сразу же. Поворы какие-то. Свалим отсюда. За ними. Быстрее, сейчас уйдут. Ёк там. Гуга. Ты чё как, мудак там? Беги. Амиция. Пусти меня. Второй, третий подбежали. Ну пиздос. Сейчас их сапают. Шестая глава. Пропавший товар. Лятый крыса. Сейчас на нас еще кражу повесят. А мы-то тут при чем? Эй, пора вставать, крошка. Съешь что-нибудь. Кстати, тебе здорово повезло. Обычно те, кто обшаривает трупы, получают клинок в брюхо безо всяких вопросов, но я... Я-то в побрякушках разбираюсь. Тебе повезло, что золото я люблю больше, чем кровь девица де Руи. Где мой брат? Тише, тише. Чем лучше ты выглядишь, тем будет больше выкуп. Ну тебе и так синяков многовато. Выкуп? Кто его оплатит? Скоро увидишь. Ты теперь не в своем шато. Так что сиди, помалкивай. Пес шелудил. Он еще гнида. Аучная. В принципе, все жрать хотят, он ее, конечно, хочет подороже продать инквизитору. Помощники. Бля, какой. Прям чуть ли не по отвесным стенам лазит. Ямакаси сраная. Вы кто такие? Я Мэри. Этот Артур. Это все из-за вас. Где мой брат? Эй, не шуми. Эти гады забрали мою прощу. Она тебе не нужна. Знали. Да, кстати, у меня вообще все забрали. Страшно, Картур заставит его уйти. Что? Как? Отвлечет. Он ждет, что мы скажем ему. Кто куда? Так что смотри внимательно. Поищите способ отвлечь врагов и нажмите И. Чтобы Артур и Мели на короткое время отвлекли внимание солдат. Два варианта, да, короче? Давай, да? Телега. Годится, приготовься. Чему? Давай за мной. So he's your brother. Он твой брат? Идем. Идем. Бля, народу тут, конечно, полно. Там никого, странно. Юга там один с этими мясниками. Не понимаешь, когда он боится? И терпение. Когда он боится, он начинает ссать и орать, короче. Откуда взялись? Нет деревни. Вало, крыса очищает точно так же. Кого сожрали, кого заразили. Чума господня. Кара за прегрешение наше. И что еще только... Это еще только начало. Тут уже не до войны. Вернул бы нас король Эдуард домой. Два варианта, да, короче.
Три. Ну, давай первый. Жаровня железная. Нет, мы в ловушке. Вот это? Видишь? Следует пошуметь не увидит. Третий. Бочка с топливом. Отлично, приготовься. Что это было? Молодец, Артур, начали. Осторожнее с бутылкой. Ёб твою мать. Блять, на каждую напоролся. Тебя пизда спалили. Давай заново. Я думал, они не бьются, а тут оказывается, блядь, они очень хрупкие. Окей. Давай внимательно. Давай, отвлекаем. А как она вот два раза каркнула, я он понял то, что... Потому что надо именно в бочку долбануть, а не ему в башку. Так, аккуратненько. Ебать, они тут набухали. Тихо. Все, прошел. Не о чем переживать. Тихо, тихо, тихо. Хуже всего вот так сидеть между битвами. А тут еще эти двое с луками трындят себе без конца. Вот меня спалили, да? Так, рехнулся немного. О, ладно, не высовывайся. Ты покаркать еще не хочешь, случайно? Где-то тут, да, пол? Ай-яй-яй, я, наверное, зря вернулся. Мать. Да. Базарился на этот колбочку, блять, со спиртом или чем там. Или сера там была, неважно. Базарился, меня спалили. А у меня, оказывается, их предостаточно. Далеко вылезу. Чувак, ты не в ту сторону воюешь. Давай, мочите. Хуже всего так сидеть между битвами. А тут еще эти двое с луками тренят себе без конца. Они тренируются на... Да, на покойниках. Что ты хотела? Это же война. Ох, как-то проучим этого, этих валуа. Не высовывайся. Правда, что вчера двух... Да, ничего сложного, эти придурки так рвутся в бой. Двигаемся. Бля, субтитры одно на другое накладывается и... Немножко неудобно читать. Ладно, основной-то это, в принципе... Ну, точнее, не принцип, а основная фишка игры-то понятна. Осторожно. Так, погоди, он успокоится. И виделось. Так, какаем на что? Три предмета. Да? Три только? Три. Давай вот это. Вон пика. Нет, придется идти так. Погоди, давай ничего не покаркаем. Видишь горшок, да? Мне не заливай. Я был там своими глазами и видел, как тебя. Все, отвлекались. Давай слева. А, вон он, слева с этой стороны. Ай-яй-яй, я наверное зря встал. Ты че, чуваки копают. Я сама ночь, меня вообще, блядь, никто не... Все, да? Больше собрать можно. Взяла вон.
вот эту вот кирочку, подлетела бы, пробила кому-нибудь башку. Им дались эти дети, странно. Тогда пойди туда, сестрички, пару вопросов. Она уже проснулась. Как прикажете? Нет, не переживай, это долго, это должно было случиться. Он типа за мной пошел? Хотя я в клетке не нахожусь. Они сейчас панику, да, по идее, должны поднять. Аккуратненько. Посмотрим. Это и это. Плохо. Что ты здесь делаешь? Не самое время. Извлекаю выгоду из твоего спасения. А сундук? Там просто алхимическое оборудование. Если хочешь, чтобы... Скажи, если там нет, идем дальше. Мне оно не пригодится. Если хочешь, чтобы я его вскрыла... Что-то там... Я могу его вскрыть, походу. А, давай, вскрывай. А можешь, пожалуйста? Там, наверное, проща моя лежит. Легко, прошу. Молодец. А где проща тогда? Верните оружие, блядь. Тихо, Мелли, не сюда. Их же там целая куча. Там он еще, по-моему, тут херос стоял. Так, это надо или нет? Нет, не надо. Этого полно. А он повернулся теперь. Так, главное бухлишко не разбить. Бутылку. Аккуратненько обходим. А, он тут жрет сидит. Тихо, тихо. Блять, пузырей-то полно. Каши, блять, ебаный. Так, этот спит, а вот этот жрет. Взять мы можем вот. Да, где баба? Блин, я ее бабу потерял. В принципе, они двигаться не могут. Ебать, они тут мясо нажарили. С какой-то этой залипухой. Придется вернуться, потрясти деревенских. Дети. Кое-что нашлось. Ань. О, вот. Девушка. Что такое? У нас же получилось. Еле-еле. Может, тут что-то валяется. В принципе, нас же пока никто не торопит. Внимательно все будем осматривать, чтобы если что-то, что-то взять. А часто там мы чем-то. Вот сейчас оружия и нету. Да ладно, пригодится любой лук. Надеюсь, на куриц кричащих они не обратят внимания. Куда баба-то свинтила? Вон он. Бля, давай попробуем в палатку заглянуть. Может, там что-то есть. Заходит в палатку. Ну, во вторую, наверное, тоже не пойдет. Ладно, возвращаемся к котелке. И убрать яльник поставил. А, он, в принципе, что? По скалам пляшит, вот сколько влезет. Кстати, эти не особо-то на инквизиторов похожи. Какие-то лучники все в основном на воров как-то они больше. Бенгузе, блядь. О, малой. Твоя сестричка, может, оставим ее себе? Парни, ага. Нет, не надо. Скажи спасибо, что ты еще жив. Тут некому, не каждому так везет. Да, зачем-то они оставили ее в живых. А малого что-то там прикалывается на них. Вот же мрази, ублюдки. Успокойся. Клетку его закрыли как жирафу. Девочка, девочка. Что, девчонка? Давай, говори уже. Девчонка сбежала, ее камера открыта, все на поиске. Козье дерьмо, рассредоточиться. Следите за дверями, не хлопайте ушами. Камера с собой, сама собой не открылась. Пора лезть. А куда? Ты же вела меня. Я теперь думаю сам, короче, да?
Давай-ка здесь соберем. Я человек простой, я же лут собираю. И инструменты. Хотя она говорила, мне писали то, что инструменты больше не нужны. Надо малого как-то открывать. Чувачело какой-то идет. Ладно, давай малого освободим, попробуем. А хуй там у меня прощение. Поверить не могу, нам хана. Юго, я здесь. Полиция, ты в порядке? Ты не ранен? Нет, забери меня отсюда, пожалуйста. Нужно отпустить эту клетку. Все хорошо, Хьюго. Слушай, она была у них, когда тебя тут заперли. Да, положили ее в сундук, обыскать палатки. Малой, короче говоря, сказал, где прощу искать. Вот у нас. Пока прощу не соберем. Давай, взламывай. Проща, карманы, все хуйню давай сюда. Finally. Вернулись. Наконец-то теперь, Хьюго, мы можем впустить клетку вниз. Погоди. Давай посмотрим, что мы можем рядом собрать. Где торопизма? Падла, а? Ты нахер орешь-то? Было так страшно, я больше не хочу бояться. А сдохнуть ты не хочешь, случайно? Мелкий кусок дерьма. Давай. Клетку. И чего? Почему она не упала? Бля, она с таким сейчас грохотом чувствует, долбанется. Как хорошо, что они заняты. А ничего-то, что они там ищут вас вообще. Мели, замок. Ах, черт. Поверить не могу, нам хана. Все хорошо, Хьюго. Сейчас мы тебя вытащим. Она просто девчонка. Амиция, ох. А, они сказали, что меня увезут, и больше никогда тебя не увижу. Теперь ты видишь, что это неправда. Я здесь. Обыскать палатки. Мы будем, конечно, пойдем вместе. Мели, она поможет нам. Она же этот, он нас подставила, правда, Мели? У, я плохая девочка, довольна? Может, у нас пойдем? Давай руку, Хьюго, надо идти. Блин, ну просто туда слишком быстро бегут субтитры, и я не успеваю, короче говоря, прочитать, от кого они бегут. Короче, она малого успокоила, и все. Нормально, говорит, не бзди. Тщедушный ублюдок. Так, сумка для снарядов, сумка просто. Позволяет быстрее перезарядить прощу, а тут позволяет поместиться по 10 снарядов каждого типа. Давай, наверное, перезарядку прощи. Not bad. Смотрим, что можно собрать. Нам туда. Понятно. Вот с той стороны ограждения. Вот с той стороны я что-то видел еще. Там что-то поблескивало такое. Заманчиво. Вон там блестит. Блять, и тут тоже блестит. Как сорока. Собираем все, что блестит. Мне этого не надо, да, окей. Обыскать палатки. Причем надо близко подойти к предмету, чтобы понять, нужен он тебе или нет. А в обход, получается, по правой стороне надо идти. Выставить отряд на восточной стене. Знать бы вообще, в какой мы части лагеря. Восточной или нет. Так. От этого петуха можно отвлечь.
А зачем нам его отвлекать, если можно будет пройти просто за стену? Давай в обход. Хотя, наверное, увидит. Или нет? Там гуляет. Варюга со мной пока идет. Он тоже не теряйся. Брать то Лука, то воришка. Надеюсь, их не заглючит. И я. Так, ящик. Ой, ух, ё, ух, ё. Так, ты не видел ничего. Тут, блядь. Нормально. Причем у солдата тревога нарастала, и музыка ускорилась. Бля, как тут народу до хера. Это пизда. Все, зарубили ее. Убили Кеннедишку. Тут засчитали, да, то, что я качнулся? Это не засчитали. В принципе, я ничего полезного-то тут больше не собрал. Просто так гулял фактически по локации. Давай, давай. Надо как-то вот тут ползти. Тонечко так. Так, тут это все собрано. Так развернулось, что малой этот. Было бы это в реале, малой бы долбанулся башкой вот в эти бруси. В забор, короче говоря. Так, идем до сундука, получается. Куда он дальше двигает? Он назад поворачивается или нет? Нет, смотри-ка. Попробуй гулять, что? Погоди, погоди. А, ну все, он уходит. Останавливается там и потом поворачивается, идет. Ай-яй-яй-яй-яй, кто-то палит меня. Причем жестко. Они бегут, да, ко мне уже. Тихо-тихо-тихо, давайте. Оставайте, чуваки. Блять, он прям сюда идет. Остановился. Тихо-тихо, вы ничего не видели. Блять, почему у него тревога не падает? Что там еще такое? Быстрее сюда, мне нужна подмога. Блять, так меня третий спалил, твою мать. Малому башку отсекли. Народу много, блин. Я смотрел на двоих, меня третий спалил. Их же не видно, пока они это. Пока они тебя не увидят сами. Так вариант, может быть, просто надо от них отстреливаться и все, вырубать поодиночке, чтобы не мешались. Давай, наверное, так и попробуем. Шлемов у них нету. Поэтому стреляй не хочу, как говорится. Тут есть один. Который может спалить. Давай. Херак вырубил. Да, да, наверное, так и будем, сука, действовать.
Попробую так, просто назад и все. А нет, тревога упадет, но я бы. Вот сюда иди. Камушек зарядим. О, вон, сука. Почему я не попал? Сука. Давай, облю. Верстак. Чаем. Да. Скорее всего, придется их прямо вот вырубать по одному, да и все. Итак. Здорово, давай. Хуяк. Идемте. Бежимте, бежимте. Так, вот там второй, наверное. А нет, подожди. Они ж по идее не слышат друг друга, когда подыхают. Ну, типа, когда чувак один падает, он особо шума не наводит. Поэтому второй как бы подойти не может. Никаких следов, может она по-прежнему у клеток. Я уже, блядь, думал, это за мной. Бежит кто-то. Ну-ка, тетя, ломай ко мне сундучок. Так, смотрим, что есть. Пертяжка и кожа. Остальное все полное. Так, вон там один мудила стоит. Через, точнее, в какую сторону там идти? Варюга просто со мной. Может весь лагерь нахер перебить? Ну-ка, спалил кто-то. Ага, вот это он. Пидорас. Пидорасина. Сейчас мы его ебем. Иди сюда. Пошел в жопу. Что, мало тебе? Ну, камней тут хватает. Вырубай да вырубай, как бы. Ничего там такого тут нету. Когда вот он уже конкретно на тебя полный залитый злостью бежит и мечом размахивает. Даже тогда его можно вырубить, если на нем шлема нет. Можно просто потихонечку вот так вот, как вьетконговский лагерь, вырезать. Оставьте нас в покое. Собралась в одно рыло выиграть всю войну. А куда нам идти? Вот не помечается же. Давай зачистим лагерь тогда. Чпок. Прям высокого лагеря. Камушки. По-моему, тут вот кто-то стоял. Тут лута можно набрать тогда полно. Тихо, тихо, тихо. Кто там? Музычка ускорилась. Ага, вижу. Заворачивает. Вот это мы вырубаем. Хуяк. Бегай, главное, камни собирай, да и все. Мочи. Душу и душу.
Значит, не всегда тут стелс прямо помогает. Достаточно просто и напролом убивая всех потихонечку. Ловушки. Хорошо, что камни как бы, ну, пору дают. Тут чего? Вопрос, конечно, интересный, но в какую сторону, собственно, и куда мне идти? Угу. Он сейчас сюда, наверное, да, подойдет? То ли он услышал что-то? Что за ерунда? Вставай, солдат. Сейчас мы тебя обязательно ебанем. Як. Что мне сдается, это был последний. Че с них, можно еще и камни собирать? Один выстрел, один труп, еще и как стрелы можно и собирать с собой. Вон кто-то, да, стоял? А, вот он. Давай, прощу, раскручиваем. Хуяк. Покойник. Ну-ка, подойдем. А с него селитра. То есть, получается, с каждого трупа еще рандомно лут вываливается, что ли, так? Тогда тут можно всякого дерьма набрать. Только качайся. Там, не? Десяточка. Давай тогда предыдущих покойничков посмотрим. Может, что полезное есть. Ну, по идее, все. Вот я лагерь зачистил, как бы. Всех убил. Можно спокойно передвигаться. Повоевали, ебаные. Чемодане. Так, тут два, да, трупа? Их? Ну, собрано. По-моему, вот здесь где-то, да, я лучника завалил. Блять, я думал, на меня уже бегут. Тетя, можешь встать с картов? Тут уже безопасно. О, нравится. Попадос. Главный инквизитор. Я плачу выкуп за мелких дерунов, и мне же их ловить. Мои прядочки у этих планкентенов. Он убил моих родителей, он и нас хочет убить. Мелли, беги. Бум. Там стражники, разберись с ними, амиция. Давайте, ребят, на этом закончим серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем продолжать. Игрушка отличная. Ладно, всем спасибо за просмотр, пока.